Команда «Росич-Старко» играет против сборной мира. Рядом со мной Михаил Гребенщиков, музыкант, диджей, продюсер, режиссер. Насколько я понимаю, всего этого действия. Я скрытое оружие команды «Старко» уже 8 лет. Я выхожу за одну минуту, забиваю, ухожу. Когда будет эта одна минута, когда вас капитан команды выпустит на поле? Знаете ли это секрет? Ну, вот вы меня сейчас оторвали, я стоял в предвкушении, что именно сейчас. Кстати, мама с папой смотрят. Мама, папа, привет. Ну что ж, отпускаем Михаила. Ждите гола сборной команды России. Будет он в ближайшее время. Быть может, в исполнении Михаила Гребенщикова. Авербух, забивай! Это Гребенщиков! Это Гребенщиков, который обещал забить. А какая передача тут прошла, да? Илья Авербух сделал пас, точную передачу. Вот мимо Лимы проскочил. Ну что, уже полегче дышится. Все-таки 2-3. Это не так страшно, как 1-3. Ловлю себя на мысль, что футбол интересно смотреть. Может, где-то не хватает какого-то мастерства, но когда люди играют с большим желанием, от души. Страстью перекрывается, да? Это всегда интересно смотрится, и получаешь удовольствие от этого.